Всем привет! Есть у меня такая штука. Как вы думаете, что это? Сейчас пойду мучить индюка и обрезать ему ногти. Очень удобная вещь. Это ножницы для стрижки ногтей у собак. А так как мой индюк может порвать молодых индюшек своими когтями, поэтому я сейчас ему отчекрыжу и затем обработаю бруском, как он называется-то, ну, которым ножи точат. Камень, короче, такой точильный. Сделаю ему маникюр. Привет, ребятки. Привет. Вот этот мерзавец, который раздирает кожу индюшкам. Привет. А вот эти мои новые девочки. Купил их недавно. Им около 5 месяцев. Да, рыбки? Мой хороший, да. Мои лапочки. А вот здесь вот в карантине сидит индюшка, которую он разорвал. Если вы посмотрите, у меня ролик есть, как я зашивал. Чувствуем себя хорошо. Швы пока снимать не будем. Еще не скоро, наверное. Ну, тут они с петухом живут. А здесь мини-мясные у меня живут. Кстати, у меня там болтаются цыплята уже 10 дней. На продажу выставлены уже. Обещали забрать, приехать. Ну что, пупсик, будем тебе чекрыжить? На маникюр пойдем? У меня есть замечательные инструменты. Ну, вот этот точильный камушек. Ну и, как вначале вам показал, ножницы. Вам интересно все, да, рыба? Все. Ой, как страшно! Ой! Диковаты они еще. Ой, да не, все хорошо, мур-мур, все, приступаем. Ну вот, сейчас мы почистим твои резалки, вон какие острые. Ну что, давай попробуем отрезать. Делают первый раз в жизни, как всегда, все страшно. Тут просто нужно чуть-чуть резануть, вот так, наверное. Все, ничего страшного. Следующий ноготочек чистить не буду уже. Прям чуть-чуть. А потом обработаем тебе наждачкой. Вот, смотрите, на голову ему одел. Спокойнее так сидит. Перчатку. Отстань от меня. Эй, ты чё? Чё надо? Пристала. Чундра какая, ты чё? Индюка спасать пришла. Но ногти им нужно стричь поаккуратнее, потому что у них очень близко находится нервное окончание и может быть сильное кровотечение. Не щипай индюка. Так, лежим. Еще осталось чуть-чуть. Сейчас давай протру, то все в кокошенцах у тебя здесь. Какие любопытные собаки, а? Вот скажите спасибо, что вы к спариванию еще не готовы. А то он вас тоже подрал бы уже. Ой-ой-ой. Чего? Вообще индюшки достаточно дружелюбные существа. Вот так. Ну, чуть-чуть. Сильно не надо, иначе реально можно отрезать до кровища. Вот так вот. И сейчас я пройдусь. Но вот этот ноготь у него не острый. Я его сейчас камушком зачешу. Подпилить немножко. Индюков у меня немного, так что могу себе это позволить. Ну, все нормально. Все равно пока индюшку к нему выпускать не буду. Она еще у нас на карантине. Делаю это первый раз в жизни. Вообще никогда в жизни не думал, что
Индюкам нужно стричь ногти. Девки атакуют просто. Так. Все гладко. Порвать не должен. Что там нашла? Ножки ему тоже чистишь? Да. Ладно, не издеваемся. Такой молодец, даже не обкакался. Да. Но индюшку можно понять, ее там шили. Иди, иди. Ну все, ногти гладкие, можно отпускать. Васек, вставай. Ой-ой-ой, ты подожди. Дай сниму тебя шапку. Все. Не страшно, видишь? Все, как пьяный скажет, да? Все нормально, все. Все, маши всем лапой, говорю до свидания. Маникюр готов. Всем пока.